До 9 века джума-мечети в исламском мире, наряду со своим основным предназначением, начали превращаться в политические центры и центры высшего шариатского судопроизводства. В джума-мечетях известные исламские ученые организовывали научные и образовательные кружки, во двориках и крытых галереях проводили лекции и собственные учебные курсы. На эти курсы и уроки со всех мусульманских стран собиралось огромное количество людей, жаждущих знаний. Со временем образовательный аспект начал преобладать в деятельности некоторых джума-мечетей, при этом процесс обучения никогда не ограничивался сугубо религиозными науками. Уже в первом веке хиджры, в седьмом веке в исламском мире, естественные и гуманитарные науки начали занимать свое место рядом с науками о религии. Науки о Коране и исламском праве соседствовали рядом с такими науками, как математика, медицина, астрономия, химия, история, литература и языкознание. Джума-мечети в крупных исламских городах постепенно начали превращаться в учебные, научные и образовательные центры, или же, говоря современным языком, университеты. Университет по-арабски «джамия», а мечеть – «джамия». Так арабский язык объединяет место, связанное с религией, и место, отведенное для высшего образования. Медресе при мечети Аль-Асхар появилось в 970 году. Так его назвали в честь дочери пророка Мухаммада Фатимы Захры. Медресе стало выполнять функции университета в 988 году и продолжает оставаться одним из ведущих университетов исламского мира до сегодняшнего дня. Это наиболее яркий пример университета периода Средневековья, объединявшего в себе преподавание религиозных наук с естественными и гуманитарными науками. В дополнение к языку и грамматике преподавали ряд таких дисциплин, как медицина, химия, математика, астрономия и музыка. Аль-Асхар формировался как полноценный классический университет намного раньше появления самых старых европейских университетов. Большинство первых европейских университетов, таких как Оксфорд или Парижский университет, берут свое начало лишь в XII веке по христианскому летоисчислению. У истоков школы Аль-Карауин стояла молодая женщина. В 859 году Фатима Аль-Фихри основала медресе и мечеть в память о своем отце, богатом купце Мухаммаде Аль-Фихри. Она была хорошо образована и, унаследовав от отца успешного предпринимателя большое наследство, дала обет потратить все деньги на строительство мечети университета в Фесе. Аль-Карауин постепенно превратился в центр религиозного обучения и политических дискуссий. Потом в нем начали преподавать естественно-научные предметы. Университет был хорошо оснащен, особенно астрономическим оборудованием. В его часовой комнате были астролябии, песочные часы и другие инструменты для измерения времени. Здесь преподавали Коран, богословие, право, риторику, искусство написания прозы и стихов, логику, арифметику, географию, астрономию и медицину. Также существовали курсы, посвященные грамматике, мусульманской истории, основам химии и математики. На этом основании Аль-Карауин можно смело назвать одним из первых университетов. Это старейшее учебное заведение Марокко и самое древнее из ныне действующих. В нем учились арабский географ и путешественник Лев Африканский, философ и врач Маймонид, философ и историк Ибн Халдун.